Привет, Дмитрий. В июле 15-го. Ну, в течение 15 лет я защищала пострадавших от аварии на маяке. За это мою организацию признали иностранным агентом. И Скобеев обвинил меня в шпионаже, и чтобы избежать тюремного заключения и непонятных последствий, мне пришлось уехать вместе с детьми. Здравствуйте, еще раз извиняюсь за накладку техническую. У нас прямой эфир, прямая трансляция, и у меня в гостях Надежда Кутепова, правозащитница с Озерска. Мы с Надеждой Кутеповой как бы жили и родились в одном городе. Ну вот, в 2015 году она была вынуждена уехать во Францию. Здравствуй, Надежда. Привет, Дмитрий. Еще раз. Ты уже вкратце рассказала, по какой причине ты уехала. Вот зрители слышали, это у меня звука не было. Как у тебя сейчас складываются дела во Франции? Вкратце так, если есть желание. Я закончила университет, получила диплом юриста на французском языке. Теперь думаю, что я буду делать дальше. А ты можешь на французском вот что-нибудь сказать для наших зрителей? Просто мне любопытно, честно. Bonjour, je viens de terminer l'université et je cherche le travail. Я вот прочитал у тебя новость такую, что ты там вроде как играешь роль в каком-то театре, посвященном спектаклю нашему городу или что, или объясни, пожалуйста, что это я прочитал. После истории с загрязнением Ретения, эта история была широко освещалась в Европе, со мной связался Бельгийский национальный театр, главный режиссер которого решил поставить спектакль по мотивам аварий. Ну вот, я являюсь консультантом и играю саму себя в этом спектакле. То есть, поясни мне, вот эта история с Рутением, это я напомню, это где-то во время предвыборной, в 2018, да, что-то там было? Это октябрь 17-го. Ну да. И что их так сильно заволновало, вот эта история с Рутением? Я помню, по центральным нашим каналам был даже у Соловьева, что-то обсуждали, был Рутений, не был, СПО «Маяк» был Рутений, не СПО «Маяк», что-то там, в итоге там что-то ни к чему делать и не закончилось, да? Почему их взволновало? Потому что была загрязнена территория большинства европейских стран. Уровни были не критичные, но тем не менее загрязнение было. И они по-прежнему боятся маяка. Потому что то, что ты говоришь, ни к чему не пришло, это Россия говорит нет. А все данные научные говорят да. И после этого они решили поставить спектакль, посвященный конкретно Озерску. Конкретно Озерску и историям радиационных аварий и судьбам людей. Надежда, вот в 1957 году произошла так называемая Кыштымская авария в нашем городе на территории промплощадки. Кыштымская называется, потому что, ну, тогда город как бы официально не существовал, он был засекречен, и назвали ее по месту близлежащего города Кыштыма. Прошло уже 62 года. Ты можешь вкратце рассказать, ну, так как ты больше в этой теме, что это было за авария, ну, вследствие которой появился вот этот восточно-уральский радиоактивный след? Меня тут даже подписчик спрашивал, говорит, из Кыштыма, расскажи, Дмитрий, о ВУРСе, потому что в СМИ типа информации практически очень мало. Ну, действительно, вот про Чернобыльскую катастрофу даже вот недавно с громом, таким с громким эффектом прошел фильм «Чернобыль», да, про Чернобыль знают все, рассказывают все, фильмы даже вот снимают на Западе, а вот про Кыштымскую трагедию или аварию так вкратце где-то в Википедии можно прочитать и все. Но здесь, наверное, сначала нужно сказать, что аварии предшествовали сбросы высокоактивных отходов в течу, то есть когда делали плутоний, сбрасывали в течу отходы. Потом решили, что раз люди болеют, умирают, нужно их как-то по-другому хранить, стали хранить в подземных контейнерах. И вот 29 сентября 1957 года как раз этот контейнер и взорвался. 2 миллиона кюри, 23 тысячи квадратных километров, 23 деревни. Вот, ну и впоследствии территория получила название Восточно-Уральский радиоактивный след. Готовясь к передаче, я нашла некоторые официальные письма, вот последние
расчеты были сделаны в 2008. Там две деревни, Мусакаева и Татарская Карабулка, их не отселили. И, в общем, все показатели превышены. Люди получили больше 35 миллизиверт, но до сих пор не эвакуированы и не в списке. Так что авария продолжается. А еще было озеро Карачай, да? Да, и в 1967 году было озеро Карачай, пересохли его берега. Да, Карачай как относится к этой истории? Значит, вот высокоактивные стали хранить под землей отходы, а среднеактивные, чтобы не сбрасывать течу, стали сбрасывать в Карачай. И вот в 1967 году была жаркая погода, озеро пересохло, была пыльная буря и загрязнилась территория. Есть карта совмещения трех следов теча, 1957 год и озеро Карачай. Вот, и да, это считается третьей аварией. Но мы-то знаем, что были еще и другие, но, тем не менее, официально признаны вот эти три. Я поздороваюсь с зрителями, это Павел Антидот, тоже блогер в Италии, Wire2024. Еще раз повторю, мы разговариваем с озерчанкой, с Надеждой Кутеповой, которая в 2015 году была вынуждена по политическим мотивам уехать во Францию. Я рассказывал на своем канале историю, это уже у нас было интервью с Надеждой Кутеповой, но не в прямом эфире, а сейчас вот мы решили пообщаться в прямом эфире. Как мы видим, вот пока вроде ФСБ не глушит ничего, у нас, я вот нахожусь в Озерске, Надежда во Франции, и пока мы можем разговаривать об этом всем. Ну, собственно, вот. ФСБ, оно на самом деле живет на той же самой территории, их дети тоже живут на той же самой территории. Я бы на их месте задумалась вообще, что с какой стороны-то им надо бороться, собственно. Наверное, я они вот хотят иметь здоровье потом. Я вот скажу, такой инсайт небольшой, шутливый, что ли, может, не шутливый. Я же, ты знаешь, Надежда, работал в Росгвардии, я как раз вот на промплощадке, значит, охранял вот эти объекты. Ну и вот в этих караулах находился. И такой занимательный момент. У нас многие начальники караулов, в принципе, особенно в 90-е, в начале 2000-х, ну и даже сейчас есть женщины. Начальник караула – женщина. И вот такой забавный момент. Приезжает, допустим, очень большая какая-нибудь инспекторская или какая-нибудь вообще проверяющая из Москвы. Приезжает в караул такой строгий, соответственно, и думает, ну вот надо пройти по периметру, говорит начальнику караула. Так, давайте пойдемте теперь по периметру проверим вашу службу. А начальник караула, хитрая женщина, говорит, а вы не боитесь? А он говорит, а что такое? Ну, вообще-то радиация, высокий фон, вы что, ради ничего не слышали? И проверяющий говорит, так, ну ладно, давайте вашу книгу, все. Проверка окончилась, да. Вот хитрые женщины так используют. Но, в принципе, действительно, вот в том числе и все, особенно я заметил, вот военнослужащие офицеры, которые никогда, ну, не родились в Озерске, а которые приехали, а так и большинство, они поначалу, конечно, очень вот эту радиацию боялись. Ну, видимо, справедливо. А вот мы с вами, Надежда, мы же как бы родились, и поначалу для нас эта радиация была как вот, ну мы тут родились, что нам тут терять-то, в принципе. И даже территория вот этого ВУРСа, про которую ты говорила, Надежда, да, ее же как бы огородили, и когда мы вот были еще маленькими детьми, ехали в автобус, нам рассказали, ну вот, это вот заповедник, да. Mm-hmm. То есть вроде как бы ничего опасного особого такого нет, все под контролем как бы, так вот. Ну, это немножко ситуация лицемерная, потому что, с одной стороны, все под контролем, но это контроль какой-то, научные исследования. То есть они на этих территориях, есть несколько институтов научных, Москва, Петербург, Екатеринбург, Самая, которые делают научные исследования. У них, знаете, такие огромные, к огромной таблице с цифрами, там какие загрязнения туда, сюда, сюда. И стратегия, которую они приняли, это называется спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Типа, да, все загрязнено, вот мы вам предупредили, табличку ржавую поставили 60 лет назад, а дальше вы как хотите. Хотите идите, хотите не идите. И вот я считаю, что это как раз и лицемерие. Потому что, с одной стороны, они как на двух стульях сидят. С одной стороны, им нельзя пугать население, потому что, ну как бы это тогда... конец мифу о безопасном существовании, но с другой стороны, они понимают, что это небезопасное существование, и поэтому они поставили табличку, а дальше решай, как хочешь. Ну, то же самое с течей, то же самое с течей. То есть, я тут посмотрела
вот твой репортаж, когда там ты включение делаешь с 74.ru, как он идет, и вдруг, ой, тут 300 микрорентген в час, ой, тут 1000 микрорентген в час, и быстро оттуда, значит, вот побежали, да? Но при этом, понимаешь, тут, во-первых, какой дозиметр, если у них только гамму улавливает, значит, альфа и бета он не ловит, значит, там еще больше, вот, и при этом тут же люди, которые под мостом идут рыбу ловить, им говорят, типа, ну, кости вытащите, все нормально. Ну, вот все нормально, это вот здесь сейчас. Никто не будет сопровождать этого человека, думать о том, что у него там будет, какой у него будет рак, какой у него родится ребенок. То есть мы же говорим о том, что радиация, она опасна не только для тех, которые вот живут сегодня, но и для будущих поколений. И есть меры, которые можно принимать, меры безопасности. Зачем есть, так сказать, мухомор, если можно его не есть, а съесть сыроежку или, ну, то есть... Я считаю их очень лицемерными. Они, конечно, знают правду. И, конечно, Мокров никуда не ходит. Мокров, я считаю, что это вообще главный врун по маяк. Кто? Извиняюсь. Мокров. Юрий Мокров, это заместитель генерального директора. Пусть он подаст на меня в суд, я просто мечтаю. Я его называю. Юрий Мокров, это главный лгун по маяк, заместитель директора по экологическим вопросам, который про это все врет. Если он подаст на меня в суд, я буду рада, потому что тогда... я смогу получить через суд какие-то документы, а пока никак не могу. Я вот просто первый раз от тебя эту фамилию слышу, ну, потому что я все-таки не в теме в этой. Ну, они обычно его выпускают, конечно, они его не выпускают на широкую публику. Вот, но они его выпускают, когда вот был рутеневая история, все отчеты им подписаны экологические, различные мониторинги на различные конференции, то есть у них уже как бы вот он... ездит все. Поэтому действительно те, кто родились в Озерске, и те, кто живут на территориях, у них такое есть. Это не привыкание, ну как, когда ты родился там, это как вот тут анекдот рассказывает один из участников нашего спектакля по поводу червяков на яблоке, да? Ты знаешь, наверное, этот анекдот? Вот, поэтому мы как бы родились здесь, и мы считаем, что это вот нормально. Люди, которые потом приходят, они говорят, ой, как это нормально, как это может быть, что вот... Вот с этой точки зрения я считаю, что Озерск самый незащищенный вообще населенный пункт, потому что, во-первых, нас сразу обделили, не включили в закон. Как вообще такое может быть? 80% радиоактивности село на территории маяк. Территория маяк – это вообще территория Озерска. Это что, как облако дошло до забора маяка, остановилось и пошло в другую сторону. Я считаю, что озерчане, безусловно, пострадали и что они должны быть включены в закон. Вот. И... Во-вторых, я считаю, что работники маяка и те, кто работали и работают, очень плохо защищены с социальной точки зрения. И, в общем, ими тоже надо, чтобы кто-то занимался. Но, к сожалению, вот так. Надежда, давай вернемся вот к Кыштымской аварии. Да. Вот все знают, что есть ликвидаторы, Чернобыльская там катастрофа, а вот как, есть такое понятие, как ликвидаторы вот этой Кыштымской аварии или нет официально? Конечно, есть ликвидаторы аварии на Пломаяк. Я хотела уйти от термина Кыштымская, потому что я считаю, что Кыштым достаточно пострадал все время, его репутация страдает из-за нашего маяка, потому что его просто аварию назвали из-за того, что он рядом. Вообще аварию надо назвать авария в Озерске, авария на маяке, авария 57-го года, но я стараюсь уйти от названия Кыштымская. Вот, есть понятие ликвидаторы аварии 57-го года и ликвидаторы сбросов течи. Вот уровень зрителей вот, и вообще как бы знания об Озерске, вот вроде блогер известный, достаточно умный, Антидот сейчас в чате пишет, я помню, говорит, Кыштымский карлик или Алешенька, помню, в газетах писали. То есть, в принципе, ассоциации такие, когда начинаешь говорить, Кыштымская трагедия, Кыштымский карлик, и не более того. Ну, не знаю, почему, конечно, такие мистические вещи происходят вокруг, тем не менее, но мне бы хотелось, я очень люблю Кыштым, очень красивый город. Я там училась. Мое первое образование я закончила на Кыштымском медицинском училище. И считаю, что он незаслуженно страдал и страдает. Он вообще всегда оказывается первым на пути. Я тут посмотрела по рутению. Первое загрязнение было обнаружено в Кыштыме опять. Вот. И поэтому авария на маяке. Я вот буду так говорить. И ликвидаторы, да, есть ликвидаторы аварии 57-го года. Они идут от 57-го до 62-го. Аварию ликвидировали. И есть аварии сбросов течу, они идут с 49-го и по, по-моему, 54-й.
Ну, ликвидатор – это как бы громкое название. Есть документ, определяющий перечень работ. Ну, грубо говоря, они мыли, чистили, копали, стригли овец, разрушали здания. То есть это обыкновенная работа по очистке, которую, в общем, выполняет в случае любого загрязнения. Ничего особенного они не делали, просто попали под высокий уровень воздействия. Да. Надежда, а у меня такой вопрос все-таки. Вот у меня в свидетельстве о рождении, вроде бы, я сейчас точно не помню, написано то ли Челябинск 40, то ли Челябинск 65. Скорее всего, Челябинск 65, свидетельство о рождении, место рождения. А в паспорте у меня стоит город Челябинск. Хотя я родился в Озерске, в принципе. Вот ты мне не можешь пояснить, а почему вот мне вот написали в паспорте город рождения Челябинск? Я думаю, что у тебя в свидетельстве о рождении написано Челябинск, потому что у меня в 72-м году написано тоже Челябинск. А, ну значит тоже Челябинск. Дело в том, что когда строили маяк, он изначально назывался комбинат номер 817. И вообще не предполагали, что будет город. То есть из документов тех лет следует, что думали, ну, поселок, будут возить работников вахтовым методом. Но поскольку люди начали умирать как мухи на рабочем месте, там же они открытую работали с плутонием, а до того, как умереть, они успевали создать семью и сделать детей, то количество населения росло просто в геометрической прогрессии. Вот в 1954 году в день рождалось 10 человек. Это 54-й, это в том, что в 48-м мы начали только строить. Ну и поэтому они приняли решение, что это будет рабочий поселок. Рабочий поселок, названия тоже нет. Потом путаем противника, да, не говорим, что мы же у нас главный противник с Америкой и ЦРУ. И потом уже все-таки в 54-м секретным приказом несколько поселков уже образовались другие закрытые города, которые тоже были рабочие поселки, переименовывают его в Озерск, но это остается документ секретным. И, в общем, мы даже его получили уже после... В каком году, извини, перебью? В 1954 году, в марте месяце, Верховный Совет переименовывает, называется так, рабочий поселок при комбинате 817 в город Озерск Челябинской области. Вот можно я сейчас тебя перебью? Да. Приветствую ухо Путина в чате. Вот я тут наткнулся в сети, выложил один в Ютубе, наш тоже озерчанин, человек, фильм, явно вот снятый как раз вот в 50-е, либо в максимум 60-е годы. И там звучит название Озерск. Ну вот это буква Ё у нас теряется, и вот я так удивился, я смотрел, откуда вот в этом старом фильме 50-х или 60-х годов название Озерск, если наше название появилось только вот буквально в 90-е годы, и теперь вот ты мне пояснила, что оказывается еще вот в 50-е годы, но секретным решением было названо Озерск, так получается, да? Да. Да. Понятно. Ну, путали противника. Я думаю, что когда они делали фильм, получили разрешение по линии ФСБ, потом фильм, скорее всего, был для каких-то закрытых показов, не для открытых. Вот. Но мы про это, конечно, с вами ничего не знали. Мы по-прежнему были Челябинск 40 в начале, потом 65. Это как номера почтовых ящиков, номера индексов почтовых. Вот. И только в 94 году город приобрел современное название и был нанесен на карту. Вот до 94 года на карте не был. Соответственно, возвращаясь к вопросу, почему про свидетельство о рождении, потому что не знали, что может случиться. И думали, что если вдруг произойдет взрыв и все будет уничтожено, то этих людей как бы не существовало. То есть их рождение было зарегистрировано в каком-то специальном архиве. Вот проводя эту работу в начале 2000-х, у нас же как написано, место рождения город Челябинск и зарегистрировано Челябинским ЗАГСом. Я сделала запрос в Челябинский ЗАГС, и мне пришел ответ, что ваше рождение не зарегистрировано. То есть в норме вот все города, Касли, Кыштым, все обычные города, они регистрируют родившихся своих, и есть копия в архиве областного ЗАГСа записи рождения. А наших какие-то были какие-то другие секретные архивы, если бы мы, так сказать, все внезапно исчезли, нас как бы не было. Вот. Поэтому, почему сегодня они не хотят, тут они даже настаивают, что, дескать, этот указ о переименовании секретный, хотя он тоже уже у многих жителей был, он был в Озерском вестнике в 90-е годы опубликован. Тем не менее, в суде, когда мы судили с ЗАГСом, сказали, что он секретный. Мне непонятно, но я думаю, что они просто, знаете, не хотят, Дмитрий, поднимать вопрос о льготах для жителей, которые родились в первые годы работы, потому что маяк работал без очистки, они производили газы и аэрозольные выбросы йода. Ну и для того, чтобы их как-то, этих жителей, назвать, надо, чтобы они где-то родились. То есть, например, пишем «жители родившиеся». А как мы будем это доказывать? Мы приходим, у нас написано «Челябинск». Никак. Все.
Для государства еще одна возможность избежать финансовой ответственности. А вот такой вот вопрос меня вот тоже интересует, Надежда. Когда ты вот работала в правозащитной организации, вот приехала это Скобеева, это репортаж, я смотрел эту передачу «Специальный корреспондент», записи на YouTube остались после всей этой истории. Вот Скобеева тебя так как бы весь посыл ее передачи, не только само вот видео, что она сняла, а потом, когда они в студии стояли, они вот там много очень было политологов, в том числе ныне популярный, по-моему, этот Константин Семин там стоял, вот такой коммунист. И вот у них весь такой посыл был, что ты якобы вот все вы экологи, американские шпионы. И вообще, типа, вы вот там в секретном, значит, объекте, в секретном городе, значит, чего-то там выкапываете ради того, чтобы слить информацию американцам. Там же в студии стоял из Яблока, сейчас... Митрохин. И он сказал, да что вы вообще чушь какую-то несете? Ну, его постоянно перебивали. Что вы, говорит, чушь несете в Озерске, во всех закрытых городах? Вообще на тот момент американцы были как у себя дома. Их возили, инспектировали, показывали все объекты. Ну, не до конца все объекты, но чем занимались американцы в те годы? Они тогда финансировали физическую защиту. Вот то, чтобы они, американцы, переживали за то, чтобы вот эти лихие, так говорится, 90-е, чтобы уран или еще что-то вообще никак каким-то чудным образом не пропал с твоего маяка. Поэтому они озаботились охраной. И они вкладывали деньги в физзащиту, в охрану. И, соответственно, приезжали и контролировали, как же эти деньги расходуются. И, то есть, они были частыми гостями в Озерске. А тебя вот представили как американским шпионом. Вот объясни, пожалуйста, как такое вообще возможно быть? Это просто на незнании людей, что ли, или как? Вот? Или это они специально лицемерят? Вот я просто в голове не укладываюсь. Они же знали, что американцы знают все в Озерске практически. Ну, это они просто играли на исторической памяти наших людей, на том, что вот в 30-е годы обзывали шпионами, там, японскими, всякими разными, польскими, не знаю какими. Просто американцы, они исторически ближе нам, как враги. То есть нас привыкли ругать американцев, для них есть специальное слово на букву «П». И это очень как бы хорошо ложится в общественное сознание. То есть им просто посоветовали специалисты по общественному сознанию. То, что касается фактов, но... Действительно, ты правильно сказал, что, я бы сказала так, если бы не американцы, нас бы все растащили, потому что действительно они нам построили физическую защиту. Во-вторых, американцы построили нам хранилище делящихся материалов, которые мы сняли с наших ракет, вот, и которые, так сказать, мы охраняем. И почему я еще считаю, что жители Озерска должны быть на особом счету. И все это было абсолютно законно, то есть существовали законы, по которым американцы проверялись, езжали, то есть они же не просто вот там где-то прорвались сзади, зашли со стороны леса и вошли вдруг американцы. Нет. То, что касается нас, то, в принципе, мы тоже работали в соответствии с законом, то есть мы получали официально деньги через счета, мы платили все налоги. Но потом представьте, что правозащитная организация в закрытом городе, то есть нас вообще проверяли как под лупой, то есть нас вообще проверяли, чем все остальные организации больше вместе взятые. Вот. И еще раз повторю, что да, это лицемерие, это вот... та самая игра на наших слабых местах. На чувствах местах, якобы патриотизма, что вот, американский шпион. Ну, дело в том, что ладно бы играю. Вот когда меня увольняли, речь шла об увольнении, там, в курилке я стоял, подошел полковник дивизии и сказал, а вот вы деньги получили, а вы вот не являетесь ли вообще американским шпионом? То есть вот то ли шутя, то ли серьезно он так сказал. Ну, давайте тогда начнем с того, что всеми американскими шпионами являются все пенсионеры в городе Озерске. Потому что пенсионеры маяка, работавшие на созданием ядерного оружия, получают пенсию, которая называется ДМО, дополнительное материальное обеспечение. И деньги на пенсию ДМО выделяются Росатомом через пенсионный фонд, от средств сделки ВОУ-НОУ, то есть превращение высокообогащенного урана в низкообогащенный уран по программе разоружения, и эти пенсии получают у нас все жители Озерска, которые работали на маяке в оружейном цикле. Причем большинство начальников маяка ее получают, даже не работая на оружейном цикле, из-за чего очень много судебных процессов и конфликтов в этой сфере. Так значит, у нас вот первые это пенсионеры маяка, все шпионы. Тут пользователь, черный аватар в чате,
Ну так, не в обиду девушке, он пишет, спрашивает, что мне сделать, чтобы стать шпионом и свалить с бугор? Ну, такой вот полушепной вопрос, но он пишет, что его просто хочет за границу, и вот советуйте, Надежда спрашивает. Но мне трудно советовать, что нужно сделать, чтобы стать шпионом, потому что я никогда не пыталась. Если он, так сказать, хочет обладать правозащитной репутацией, то нужно заниматься правозащитной деятельностью. Пусть найдет ту категорию населения, которая нуждается в защите. Ее защищает, а дальше как получится. Да, защищает, причем до такой степени, что потом на тебя, черный аватар, специально выписали журналистку, типа там уровня Ольги Скобеевой или там Владимира Соловьева, или что-то в этом духе. Вот так вот интересно вот происходит. Вот ты, Надежда, работала для защиты прав пострадавших, делала полезные дела. Ну, про тебя как бы вот даже мои зрители мало что знают. А вот живет во Франции Лиза Пескова, дочь Пескова. Про нее знают все. Она вот в Инстаграме что-то там бред какой-то написала, и все средства массовой информации вот тиражируют. Что там написала дочь Пескова? Вот у нас общество так построено. Это специально так делается, как думаешь? Или просто у нас население такое, что им неинтересны важные темы, которые их касаются? А вот интереснее пообсуждать, что там Лиза Пескова написала. Вот твое ощущение уже просто... Ну, я думаю, что да, второе, что интереснее обсуждать, что написала Лиза Пескова, потому что над этим думать не надо, что там думать. Она, ну, какие-то вещи пишет, и, собственно, после этого идет дальше по принципу «собака лает, ветер носит». То есть над этим думать не надо, это никакая не серьезная проблема. Но, опять же, каждый себя чувствует немножко сопричастным, поскольку она дочь Пескова, а Песков пресс-секретарь президента, а я ничья дочь. Вернее, дочь секретаря аварии. Сейчас вот про твоих родителей я хотел бы немножко поговорить, если ты не против. Вот тут пользователь КТСР меня поправляет. Дмитрий, привет, 2 месяца больничной койки позади, много чего пропустил, но Надежду помню, молодец она. Как там Франция, спрашивает. Не знаю, что это Франция, такое, но... Франция всегда в противоречиях. Она всегда бдительна по отношению к собственным правам, ругают Макрона. Ну, в принципе, у них все в порядке. То есть они как были в революционной ситуации 200 лет назад, так они и стоят на переднем крае, не дай бог кто-нибудь на какое-нибудь право посягнет. Они предпочитают действовать на опережение, поэтому они всегда в борьбе. Когда ты действуешь на опережение, ты всегда найдешь, к чему придраться. А вот по поводу твоих родителей, они же изначально как бы, да, вот мои родители, я про своих скажу, мои родители изначально появились в Озерске, в общем-то приехали, отец в армию попал, мама, будучи еще маленькой, приехала с моими бабушкой и дедушкой. А твои родители, вот не можешь рассказать историю? Моя бабушка, которую тоже звали Надежда, она потеряла в войне мужа в 45-м году, и у нее было 2 детей, моя мама и ее брат, и она работала в лаборатории в Пензенской области, там был какой-то сумский комбинат, который производил шерсть для шинелей. И вот ее мобилизовали, то есть ей предложили, она была членом коммунистической партии, ей предложили ехать на Урал, в секретный город подземный, и ей обещали, в общем, очень хорошее питание, люди все были после войны голодные. Ну и вот она, в общем, добровольно, принудительно согласилась, приехала в 48-м году и жила, знаешь, вот финские дома в районе 33-й школы. Помнишь, там по дороге идешь, и там с боков такие вот как бы разрушенные, как-то заросшие, вот она там жила. 48-го года, значит, моей маме было 9 лет, а она училась в 21-й школе, в той, которой сейчас 37-я, и потом уже она уехала в медицинский институт и вернулась, осталась в Озерске. А мой папа, он родился в Свердловске, он учился в радиотехническом училище на Крауля, и вот 29-го произошла авария, и 30 сентября их мобилизовали на ликвидацию. К сожалению, я это уже все узнала из документов, потому что папа мой умер в 85-м году, мне было 13 лет. В 83-м он заболел раком, его отправили вот в эту клинику в Москве, в которой, ты знаешь, сейчас вот пострадавших, это Архангельский, это 6-я клиника в Химках.
И, в общем, его там оперировали, отрезали ему весь кишечник, и он приехал с этим всем оборудованием для сбора экскрементов. И, в общем, это было очень тяжелые 2 года, и он умер. Он умер в ФИБе, в нашей клинике. Это я помню. Вот. И бабушка умерла, которая вот была первым химиком. Она умерла за 7 лет до моего рождения, я ее не знала. Ну и, собственно, с детства у меня уже была только мама. А мама? Мама работала в 3-й поликлинике, это заводская поликлиника, врачом-невропатологом всю свою жизнь, с 60-х до конца 90-х годов. С ней поступили очень несправедливо, ну то есть это вообще одна из моих главных претензий к маяку и вообще к системе, потому что даже если я не смогла защитить свою маму, что говорить об обычных людях. Поскольку отец мой умер в 85-м, и его документ говорил о том, что он умер от общего заболевания, то, в принципе, я никогда не задумывалась до тех пор, пока не стала правозащитником, про то, почему и все. И потом у нас сохранилась его справка, что он с 30 сентября 57-го был ликвидатором. И однажды мама пришла и сказала, типа того, что а вот почему все вдовы ликвидаторов получают пособие, а я не получаю, я тоже хочу получать. Это был 2004 год. И я сказала маме, что мам, ну что ты смеешься, что ли, там 92 рубля, зачем тебе 92 рубля, я тебе больше дам. Вот. Она сказала, нет, это справедливость, как так, вот там какая-то подружка Маша получает, все, давай, я хочу, чтобы ты, значит, как-то, я сапожник без сапог, моя дочь правозащитник, у меня не пособие. Вот. Я, так сказать, к глубочайшему своему горю последующему согласилась, потому что это вообще было начало конца. То есть вначале мы судились за получение удостоверения. Посыл такой был, что чтобы получать пособие вдовы, надо, чтобы она была на его иждивении к моменту смерти. А она не была на его иждивении, потому что он был молодой, ему 46 лет, а ему, ей 45. Они говорят, раз не была на иждивении, не положено. Я говорю, ну как же так, несправедливо. Вдовы, которые до старости дожили, мужья вырастили вместе детей, они еще и пособие получают. А те, кто потерял в молодости, они еще и на право на пособие не имеют. В общем, мы судились. Это вообще десятки процессов, в смысле судебных заседаний, 3 процесса. За 90 судебных. Рублей судились? Да, 2 года. Ну, в общем, короче, мы высудили. Мама вообще была счастлива. Ей выдали удостоверение без фотографии, что посмертно все. И она стала получать 92 рубля. Но ПО «Маяк» в лице, значит, двух представителей. Господи, как ее фамилия, сейчас я вспомню. Она сейчас работает судьей Центрального суда в Челябинске. Варченко. Она поменяла фамилию, сейчас у нее другая фамилия. В тот момент у нее была фамилия Варченко, она была представителем «Маяка». Они подали надзорную жалобу президиум областного суда, 6 судей самых главных, какую-то бедную старушку за 92 рубля мурыжили, чморили и, в общем, короче, отменили ей решение. Дескать, оно не соответствует нормам материального права. Ну, то есть, отдельное объяснение юридическое, почему. Вот, я хотела от мамы это скрыть, я знала, что это будет для нее тяжелым ударом, но соцзащита прислала ей письмо, что Лариса Ивановна, ваша компенсация отменена. Вот, и она у нас буквально за 1,5 месяца сошла с ума, начала с этим письмом везде ходить, и мы, в общем, странности начали ее поведение замечать. Потом ее через 3 месяца положили в психиатрию, откуда она уже вышла только вот в таком полурастительном состоянии и умерла. И нам врач сказал, что у нее произошел тяжелый срыв, у нее произошел удар, и вот, как говорят, человек на чем-то почве сошел с ума, она сошла с ума, и она умерла в 2009 году. Я, конечно, подала жалобу в Европейский суд, потому что отмена решения, вступившего в законную силу, это нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но, в общем, это как бы маму уже не вернешь, и я вообще хотела уйти с правозащиты, потому что в тот момент были еще такие процессы, про которые мало кто знает, аж трудно понять, что происходило. В общем, вот нашим всем пострадавшим, кто попал под действие закона, им платят какие-то выплаты там. Вчера я смотрела, типа там 600 рублей в месяц на питание. Типа они за 600 рублей должны так хорошо питаться. Извини, Надежда, перебью вот историю. Вот это, ты говоришь, судья, вот, которая отменила это решение, она до сих пор работает, у нее все хорошо, она в Телябинске, у нее все шоколадно, да? Это не судья, это на тот момент она была представителем «Маяка». Там другая история. Дело в том, что «Маяк» всех своих юристов двигает вначале в мировые судьи, а потом в судьи. И потом они им наносят хорошее решение. Вот Варченко Елена, она была представителем «Маяка». И мы когда с ней встретились в суде, ну, мы ровесники, она тоже, как мы с тобой, такого же возраста. То есть училась тоже вместе с нами где-то, по-моему, даже в 25-й школе она училась. И она мне сказала, типа, мы не хотим, чтобы был прецедент. Я говорю, да, Лен, ну это вообще позор. В том-то и дело, что они, почему...
Они не хотят создавать прецедент, они боятся, да ведь? Я говорю, Лен, ну это позор, ну послушай меня, во-первых, платите не вы, это же не маяк платит, это государство. Во-вторых, говорю, ну сколько там этих вдов осталось, да? Ну 100 человек, ну 100 человек по 90 рублей в месяц, 9 тысяч, это вообще копейки. Нет, мы не хотим прецедент, потому что они такое занимают положение, что вот мы маяк, и мы все вот тут вот решаем по этим вопросам, и вы тут все не суетесь. Вот, ну в общем, короче, потом я все-таки решила остаться и бороться за справедливость. И вот. Но тем не менее, такая и у меня... И в итоге и на тебя наслали Скобееву, да? Да, в итоге на меня наслали Скобееву. Да, а Варченко, она работает, она сделала карьеру судьи. Я забыла ее фамилию, потому что она вышла замуж. Но сейчас, может быть, память даст мне. Потом она судила еще одно очень несправедливое дело по потомкам ликвидаторов. Ну, конечно, она судит всегда в пользу ПМАЯК. Я вообще запретила ей быть судьей. Ну вот сегодня, я так понимаю, что быть правозащитником в России, ну это надо просто потакать власти, так получается? Ну это быть псевдоправозащитником, потому что, ну конечно, есть какие-то вопросы, в которых власть, ну по каким-то причинам может согласиться с правозащитником, но они всегда играют двойную игру. Вот, например, возьмите дело этого бедного Юрия Дмитриева, который раскопал там в Сандармохе это расстрельный полигон НКВД, на который завели дело по педофилии, бурыжит его второй год. То есть практически на каждого человека, который начинает заниматься какой-то либо политической, либо оппозиционной деятельностью, у них есть какое-то досье, которое они собирают, и из которого потом в любой момент могут что-то так вот перевернуть, что ты, так сказать, из белого становишься черным. Вот. Но это такие риски. То есть любой человек, который начинает заниматься в нашем государстве при нынешнем режиме такой деятельностью, ты, тот, кто хочет там быть признанным правозащитником, должен понимать, что, во-первых, у него должна быть безупречная репутация, потому что если там в прошлом что-то у него было, то это обязательно раскопают. Вот. Ну а во-вторых, как бы что в любой момент могут все перебрать, все отобрать, оставить тебя без ничего. Вот. Ну, я думаю, первый способ это, ну, в первую очередь, увольнение. То есть оставить человека без средств существования. Так вот, конечно. То есть, если он работает и зависим от работодателя, да. Как у тебя. А как вот, Надежда, тогда во Франции-то это все решается? Или во Франции все так же плохо с правозащитниками? И что, в чем разница принципиальная? Я вот, можешь объяснить? Ты же вот как бы жила и в Озерске, и в России, сколько, и вот долго, и сейчас у тебя уже опыт сколько, 4 года во Франции. Вот ты можешь объяснить главное, вот, про беда, что это, многие же, понимаешь, вот есть Собчак, который говорит там, что у нас менталитет такой там, ну, не то, что Собчак, вообще, очень распространенное мнение, что вот Россия, это вот крепостная страна, арабское мышление, и вот поэтому здесь территория такая, все, пора валить, короче, здесь уже ничего не будет. Менталитет такой. Ну, я вот вижу, вот мы с тобой общаемся, город Озерск небольшой, и два диссидента, как бы, получается, вроде бы. Еще Любовь Фанасьевна с нами, с тобой. А, еще есть даже третий диссидент. Ну, да, в небольшом городе три диссидента. То есть тут как бы менталитет-то ни при чем, получается. Тут проблема в чем-то другом. Ты можешь объяснить, во Франции-то в чем разница? Там какие проблемы у правозащитников? Или там вообще по-другому как-то или нет? Ну, значит, во-первых, есть люди, которые, они еще не совсем правозащитники, но это те, которые оглашают какую-то информацию, которая не благоприятна там для работодателя или что-то такое. Они их называются «lanceur d'alerte», то есть это тот, кто какое-то экстренное сообщение сделал о опасной ситуации. По поводу них есть специальный закон, это все время обсуждается, как их лучше защитить и все такое прочее, потому что общество понимает, что без них вообще не обойтись. То есть я, например, в рутеневой истории жду такого «lanceur d'alerte». Я знаю, как все развивалось, я знаю, как они фальсифицировали, но я жду, когда этот человек, который там работал в этот момент, а если он не будет физически уничтожен, все это нам расскажет. Он обязательно проявится, я в это верю. Вот. А потом у них совершенно другая культура, ну, как бы дискуссии. Они не боятся оппонента, то есть им проще его игнорировать. В принципе, мы могли бы в нашей стране для начала пойти по этому пути, в том плане, что, ну хорошо, вот в принципе в нашем Озерске вот до Похлебаева так все и развивалось. То есть ведь до момента, когда меня признали иностранным агентом в 2015 году, в принципе, я 15 лет-то как-то работала, и в общем работала успешно, и в общем мы уже смирились,
И как бы они даже прислушивались, но потом пришел Похлебаев, который вообще совершенно из другой местности и с другими связями ФСБшными, и, в общем, все завалил. Так вот, я считаю, что Россия в этом смысле, конечно, есть люди, которые могут, способны и все прочее. Просто у нас очень сильно были развиты механизмы запугивания и страха. То, что не произошло во Франции, когда у них начался террор во время революции, они очень быстро все это прекратили. И вот, например, возьмем желтые жилеты. Вот они протестуют, выходят на улицу. Конечно, у них там тоже есть какие-то хулиганы, экстремисты, что-то хотят поджечь, разбить. Но это не основная часть населения. Основная требует, в общем, мирно каких-то своих прав и все. Ну, стоит полиция. Ну да, они их там сопровождают везде, там выстраивают какие-то кордоны. Бывает, конечно, столкновение, но у нас-то все очень раздуто, там одно столкновение на всю страну, какой-то полицейский кого-то там стукнул или там что-то бросил, это не то, что массовые задержания и все такое прочее. В общем, первое отличие в реакции власти вот на такие манифестации, второе, есть механизмы действительно обсуждения, то есть когда Макрон испугался желтых жилетов, первое, что они создали по всей стране, это такие как бы центры выслушивания граждан. Давайте граждан послушаем вот по этому вопросу, а вдруг они что-то правда полезное скажут, и вот все. И как бы это все работает. Но французы, они все недовольны. У нас, тоже был такой период, вспомни, вот, когда пришел Горбачев, и до, ну, я так считаю, до 96-го года, вот период, 86-96, вот этот период, у нас же примерно так же и было. Даже я вот по поводу Озерска возвращаюсь, была такая передача «Взгляд». И вот по передаче «Взгляд» на Ютубе, кстати, этот ролик лежит, в 89-м году вышел такой репортаж про Озерск, где рассказывали про Карачай, как раз про озеро Карачай, про радиацию. Это вот эффект такой информационной бомбы. Люди в 89-м году во всем Советском Союзе, программа передача «Взгляд» была очень популярна, узнали вот вообще, что оказывается есть какое-то озеро Карачай, по которому там чуть ли не два Чернобыля содержатся. Его 12, сейчас. 12. Едва 12. А, 12 даже Чернобыля. Не, ну в репортаже было сказано, что там два Чернобыля. Ну, потом вот все докатилось что до того, что вот тех людей вроде тебя начинают опять называть американскими шпионами. Ну, тут же все очень... Тут все очень просто. Нельзя президентом ставить человека из спецслужб. Все. Я считаю, что в прекрасной России будущего мы примем закон, в котором будет написано, что человек, который служил в органах Федеральной службы безопасности, не может занимать выборные должности ни губернатора, ни президента, ни депутата. Потому что, конечно, эти люди нужны, они полезны, они должны защищать безопасность страны. Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что они настолько погружаются в вопросы безопасности, что это превращается в паранойю, и они просто, ну, как сказать, мешают развитию общества. Представьте, что мы, например, вот у нас в школе есть вахтерша, ее задача никого не пускать, и вот мы поставим вахтершу директором. Что у нас будет? Что у нас будет за школа? Ну вот мы поставили вахтершу директором, и теперь имеем то, что имеем. Поэтому я думаю, что... Ну, а то, что мы как бы выбрали его и все прочее, это тоже из нашего прошлого. Это болезнь роста. Я думаю, что мы это все переживем. Просто нам нужно пройти сейчас этот период. И в следующий раз уже, когда откроется в окно возможности, оно, конечно, откроется, потому что я всегда говорю, когда мне говорят, что ничего нельзя изменить. Ну как, вот смотрите, был ГУЛАГ, мы читаем Солженицына, Шаламова, это же просто ужас, это вообще волосы дыбом стоят. Я всегда думаю, боже, какое счастье, что вот мы родились сейчас, а не тогда. То есть все равно есть какое-то движение. И были те, кто верили, и те, кто боролись, и поэтому сегодня мы не там. И вот потому что есть сегодня такие, как ты, мы будем в будущем нашем прекрасном, не там, где мы сейчас. Но, ну, конечно. Я тебя перебью, вот насчет, ты говоришь, такие, как ты, как я. Ну, понимаешь, все происходит. Пропаганда, я вот, ты читал и даже репортажи в Озерск-74 на портале, и про тебя, и про себя. Нас пытаются представить некими какими-то фриками какими-то. Либо фрики, либо неудачники. Ну, вот про меня говорят, допустим, ну, что, идиот какой-то, ну, дослужил бы свои 2 года, получил бы и квартиру, и все, а так, что ты сделал? Ты вообще детей оставил вообще без будущего, ты вообще идиот просто, и все такое в духе. Ну, и про тебя примерно что-то в духе, что вот зачем она вот там просто хотела уехать за границу или что, или просто она вот за деньги все это делала, ну, как Скобеев, например. Тут вот пользователь опять задает такой вопрос, я тебе уже задавал в прошлом, когда мы общались, Надежда с КТС опять.
Надежда, вы хотите встретить Скобееву во Франции при поездке туда и сказать, что она из себя представляет обществу? Вот я честно скажу, Скобееву в России вообще терпеть большинство не может, если честно. Ну, наверное, это я должна быть, кто будет выносить ей приговор в прекрасной России будущее. Я пока еще не готова встретиться с ней, потому что во мне общественное начало борется с моим личным, потому что я понимаю, что я не могу действовать такими методами, как она. Я думаю, что ее нужно будет судить. Ее нужно будет судить за те преступления, которые она совершила, с этими всеми сюжетами, которые она издала. Это будет многотомное дело. То есть там будет написано, вот она сказала то-то, а на самом деле было то-то. То есть это, я не знаю, есть ли сейчас у нас такая статья в Уголовном кодексе, но если нет, то значит надо будет ее ввести специально для пропагандистов нынешнего режима. Вот, потому что она должна понести наказание. Люди не могут так... безнаказанно врать на уровне общественного сознания, потому что это манипуляция общественного сознания, приведение его в агрессивное состояние, перенаправление его в ненужном направлении. То, что ты сказал, что типа вот там про нас говорят, дело в том, что они же сами себе не верят, потому что завтра ветер переменится, и мы будем, знаешь, как эти, которые герои. Я уже даже на своей карьере это все пережила, потому что в 2004 году выходили статьи ЦРУшница Надя, это я только начинала четвертый год работы, какие-то глупости. Кутепов рассказывал, как идет загрузка плутония, я вообще свой язык, как она идет. Мне вообще приписывают вещи, которые я не в курсе даже. Но так тебе, вот, извини, перебью, Надежда, мне повезло поболее, потому что когда случилась история со мной, рейтинг Путина уже был гораздо ниже. А вот твоя история случилась в 2015 году. И помимо репортажа Скобеева, я помню, был какой-то то ли блогер, то ли что, какой-то небольшой. Он называл себя спецназом Путина. Мы, говорит, спецназ Путина, мы вот пришли к Скобееву. Да. Ты помнишь такого журналиста или кто такой был? Спецназ Путина. Вот я думаю, сегодня, если человек какой-то появится, он назовет себя спецназом Путина, его закидают камнями. Ну, так образно. Ну да, потому что вот я продолжу коротко, что в 2005 году Кириенко пришел к власти, посадил общественные организации, в том числе меня, рядом с собой за стол, и со следующего дня все точно так же начали взаимодействовать. Дело в том, что эти люди, они на самом деле не совсем верят в то, что говорят, и даже те, кто ругают тебя, завтра их самих уволят, и они придут к тебе за защитой, потому что они знают, что ты настоящий, я знаю это. А вот по поводу Похлебаева еще вот такой интересный момент. У меня даже ролик на канале был, не знаю, ты смотрел, не смотрел. Был такой случай, меня он дико как бы, ну, возмутил, что ли. В общем, работники «Маяка», там есть такая льгота, что они могут бесплатно делать зубы, значит, в своей поликлинике. Вот там отдел специальный для работников «Маяка» есть, АСДОК называемый, такой, да. И вот они там могут делать бесплатно зубы. Но только работники «Маяка». И если они, значит, приносят потом квитанции, им оплачивает «Маяк» вот эти сделанные зубы. Получается, бесплатно как бы. А вот эти люди, как бы хитрые, так была статья. Эта статья была где? В телеграм-канале Похлебаев написал, что вот, нет, дескать, хитрые какие-то комбинатовцы зубы не сами делали, а своим родственникам. И за это чуть ли не там надо их уволить или чуть не уголовное дело. Видите, смотрите, какие мошенники хотели. Я вот для меня это в голове не... Ну, как это вот? Ну, родственники работников ПО «Маяк» захотели себе сделать зубы. Что это, преступление, что ли? Это надо осуждать, что ли? Каким надо быть, извиняюсь, вот моральным уродом, чтобы вот так... И неужели люди это поддержат? И я вот почитал отзывы, действительно, некоторые люди так и правильно рассуждают. Говорят, да, Похлебаев правильно написал. Надо этих людей уволить. В смысле, уволить от тех, кто своих родственников отправил к зубному? Ну вот, они имели право лечить зубы, да? Я поняла. Они призвали-то к чему? Что уволить этих работников, которые фальшивые квитанции от своих родственников принесли? Да, уволить. И чуть не вплоть до уголовного дела. Причем это с таким пафосом было подано, что это... отдел по борьбе с экономическим преступлением вот при «Маяке» вот занимался, вот и скрыл вот такую вот жесточайшую махинацию. Вот какие хитрые люди нанесли ущерб по «Маяк», представляешь? А ты говоришь про радиацию вообще. Тут зубы-то невозможно родственникам сделать. Ну, дело в том, что
Конечно, люди, которые отправили своих родственников лечить зубы, это, наверное, не совсем правильно. Просто по маяк, во-первых, Похлебаев, зачем это вынес в публичное поле? Это как, знаете, Вот, как анекдот. да, меня вот этот факт, Анекдот, вот как он который... это как бы вскрыл преступление. Это анекдот про Вовочку, который смотрит в замочную скважину на родителей, говорит, эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Вот примерно из этой вот песни. Я считаю, что он, конечно, поступил неправильно. Во-вторых, ну тут просто это нужно работать над механизмом. В чем проблема? Они вообще не надо никаких квитанций. Маяк напрямую платит этому стоматологу, и все, люди приходят, показывают свой пропуск или где-то там чистятся в каких-то списках, и все. Они... У них у самих проблема с организацией процесса, с логикой, и с логистикой, и поэтому, в общем, это все происходит. Похлебаев не прав. Он, конечно, как бы это как раз вот... Ой, человек, за которым столько всяких коррупционных скандалов стоит, а вот, что... кстати, да, Надежда, я вот, ты знаешь, по себе могу сказать от себя. Вот живя тут в Озерске, даже вот не боясь то, что на меня в суд подаст, я вот сколько раз общался с людьми, с работниками «Маяка», они к Похлебаеву вот так вот, когда с тобой разговаривают, они говорят, что у него там то какие-то пчелы, то еще, то яхты, то мотоцикл, то еще что-то, и вообще люди как бы недовольны всем этим. Но в открытую почему-то никто об этом вообще не заявляет. Ну, я понимаю, почему. Потому что если ты в открытую заявишь, ты окажешься также безработным и таким же диссидентом, в принципе. И все вот как-то вот так вот только на кухне обсуждают, и все. Ну, Росатом это вообще такая очень лицемерная организация, потому что мы предлагали им создать горячую линию. Дело в том, что на таком огромном производстве невозможно без каких-то инцидентов. И мне, например, не нужны сенсации. Я знаю гораздо больше всяких разных случаев, про которые я не рассказываю. Я только рассказываю про те, которые уже вопиющие. Вот. Мы им говорили, давайте горячую линию. Вот ваши работники там звонят в Росатом и говорят там, вот там-то то-то сломалось, все. Потому что если они пожалуются на своего начальника, следующему начальнику, их там лишат какой-то премии, надбавки и все прочее. Но создается впечатление, что вот у них специально так все выстроено, чтобы вот... Люди, которые ниже, они прям вот были загноблены, всего боялись, никогда ничего не сообщали, и все. И это вот неправильно, потому что это в целом вредит процессу и вредит безопасности, и вот создает то, о чем ты говоришь, когда люди на кухне обсуждают, а не выходят. А потом они приходят и говорят, ну а почему вот моему начальнику дали вот эту пенсию ДМО за счет американцев, а мне не дали, вот его включили в список? Нет, а вот все тогда началось, потому что ты молчал, и все, ну... Что с этим делать, нетрудно сказать, только смелость. А вот как вот? Вот у тебя что, особый ген какой-то смелости? Или что? Почему вот все-таки ты вот решил заняться вот этим? А вот кто-то вот считает, что вот лучше сидите спокойно, как премудрый пискарь у Салтыкова Щедрина, а вот лучше вот как премудрый пискарь прожить свою жизнь и все. Ну, дело в том, что у меня вообще обостренное чувство справедливости, это правда. Дело в том, что свой самый первый побег я совершила, знаешь, откуда? Из пионерского лагеря отважных 8 лет. Мне было 8 лет, и они что-то там меня к чему-то принуждали, как-то надо мной издевались. И я разработала схему и ушла из лагеря пешком через лес. Вот, это была целая операция. И приехала к маме на работу. Поэтому то есть у меня ты диссидент с детства, я понял. У меня обостренное чувство справедливости, но я считаю, что это не я такая особенная, просто у каждого человека есть свой предел. До какого момента он может терпеть, а после какого он не может. То есть возьмем историю с пытками в тюрьмах. У нас что, пытки первый год? У нас пытки всю жизнь, это образ жизни. Но, однако, в прошлом году вот человек, который опубликовал это видео из Ярославской колонии, когда вот там вот бьют этих осужденных, в нашей стране любой может оказаться. Вот тут вот надо понимать, что независимо от места, любой может оказаться в этой тюрьме, подвергнуться пыткам. И вот когда у человека вот этот вот достигнут предел терпения, не то, что ему нечего терять, нет, всегда у нас всегда есть кому что терять, так как даже ты сам у себя есть. Но когда он достигнут, все, человек говорит, так, все, я готов бороться, я уже вообще ни на что не обращаю внимания. Но он у всех разный, мы не можем людей упрекать, у кого-то он больше, у кого-то меньше. Вот. Что-то у меня тебя, такое создается что... впечатление, Андрей, что наша власть сегодняшняя, российская, просто вот таким образом хочет довести людей, чтобы уже было нечего терять. Так? Возможно, я как бы смотрю даже выше, я иногда думаю, боже, ну что ж такое-то, до какого
уровня терпения, что это у нас эксперимент на отдельно взятой территории мироздания, до какого уровня абсурда можно довести людей, чего они будут терпеть. Вот. Но здесь я всегда как бы нас оправдываю, ну, французский это называется justifier, то есть это не оправдание, а как бы та история, которая произошла с человеком, то есть, конечно, нигде не было такого террора, нигде не было такого слома человеческой души и растоптания семейных связей, и предательств, и все такое прочее, как вот у нас в России. Поэтому мы отягощены этим, и нам тяжелее принять решение. Плюс наша огромная территория. Мне француз говорит, ну как, вот вы не можете там сделать манифестацию, Я говорю, слушайте, вам хорошо, вы сели на поезд, да, у вас билет стоит дешево, и через 3 часа вы в любом конце страны. У нас сесть на автобус стоит дорого, и через 3 часа мы только из Озерска доедем Екатеринбурга. Ну, в крайнем случае, вы пошли пешком, у вас нет зимы. Но вы пришли там, я не знаю, через неделю. Мы через неделю придем в Екатеринбург, за это время наступит зима, по дороге ни одной деревни, никто не покормит, ничто. То есть у нас еще географические условия очень сложные. Ну да, вот шаман идет, он через 2 года обещает только до Москвы дойти. Вот, да, вот шаман, ну не каждый у нас шаман, поэтому вот не каждый идет. Поэтому тут я думаю, что мерить как бы нас нельзя, но тем не менее ставить на одну ступень, у нас другая история. Вот, но тем не менее, ну, стремиться нужно. На самом деле у каждого человека есть это. Вот у любого, даже у самого забитого, кого-то трогает то, что там его ребенка стукнут в садике, другого, я не знаю, там какую-то маму куда-то не пустят, четвертому там в морге трупы перепутают. То есть ну, каждому дадут испытание на предел прочности, я бы так сказала. Вот. Просто, может быть, не стоит этого дожидаться и как-то вот уже все. Но это тяжело, потому что и люди осуждают, и вот ты говоришь, там тебе сказали, что на работе тебе он там сказал, американские шпионы, все такое прочее, потому что, ну, мы зависим от человеческого общества, и противостоять, когда тебя осуждают, это тоже трудно. Вот. Потом, когда ты это перешагнул, тебе становится все равно. Тебе хоть кто тебе хоть что говорит, тебе без разницы. Но первоначально, конечно, потому что тебе кажется же, что ты хорошее делаешь, что ты делаешь для людей, тебя должны одобрять. А тебя все ругают, поливают, и там звонили моей маме, говорю, ваша дочь, почему она рассказывает там, что у нас происходит, она что не понимает, какие у нас в городе табу. Вот, да, начинает давить тебя через родственников. Я думаю, что ты тоже это прошел, ты это знаешь. Вот. Сложно, но не невозможно. Ну вот интересная ситуация. Даже когда вот меня увольняли, мне понравилась одна фраза одного офицера. Я вот даже не хочу говорить, какой офицер, чтобы у него не было проблем. Он сказал, что Куприна проще пристрелить, чем заставить молчать. Это, в принципе, просто такой характер. Да, вот, но, к сожалению, не все с таким характером. Думаю, может, они во Франции все с таким характером. Ну, как-то, не знаю. Но, как говорится, у нас для вас нет другого народа. Будем вот это ну, вот. Ну, а как вот мы возвращаемся? Ну, вот с таким характером. Я говорю, вспоминая 86-96 год, люди выходили, выступали, попробуй что-нибудь скажи. Ну, как-то были посмелее намного. Вот все-таки вот эта какая-то зашуганность такая появилась. Даже если вспомнить Надежда Озерск, 2007 год, митинг был против коттеджной застройки, и, ну, сколько там, 1000 человек пришло. А попробуй сейчас митинг. Тут вот что-то пытались провести какой-то митинг, я пришел там выступить, но там что-то там 30 человек, что ли, было от силы. Все. Ну, да, и в 90-х был, ты помнишь, у нас было против ликвидации телевидения митинг большой, ты помнишь, был, когда Озерское телевидение, потом, когда у нас на Бродвее собирались все сносить, и мы выступали там против этого сноса палаток и все такое прочее, да. Но я думаю, что это просто сейчас такой момент, и нужно все равно готовиться. Я сторонник того, что все развивается вот так вот волнами. И когда ты, так сказать, на вышине, нужно готовиться к падению, когда в падении нужно готовиться к взлету. Сейчас нужно думать о том, что будет потом. Кто вот хочет идти во власть? Надежда, какие будут принимать законы? По-моему, извини, я перебью. Извини. Да, конечно. Просто Сергей Смирнов, у меня есть такой пользователь, и я уже читал такой комментарий под одним из твоих видео. Ну вот он сейчас в чате и примерно то же самое спрашивает. Всем привет. Какая красивая женщина с фамилией Белого генерала. Она не родственница генерала Кутепова.
Нет, я его не родственница, но, наверное, как-то с ним связано. Дело в том, что тут одна из организаций, в которую я уже вступила, она называется «Последний адрес». В следующем году исполняется 90 лет, как НКВД похитила генерала Кутепова и его, так сказать, убила. И вот по странному стечению обстоятельств именно я буду принимать участие в установлении ему таблички на этом доме в Париже, из которого его похитили. Нет, фамилия Кутепова – это фамилия моего первого мужа. Моя девичья фамилия Гаева. Вот дело в Европейском суде, которое я выиграла по поводу моей мамы, называется «Гаева против России». Ну, так сложились обстоятельства, что я задолго до того, как начала заниматься общественной деятельностью, ношу эту фамилию и не стала ее менять после развода. Ну, тебе идет, если честно, вот даже, судя по комментариям, как бы, вот то, что, видимо, не зря все в жизни что-то происходит. Как говорится, была бы польза. Ну, в заключение, Надежда, что бы ты хотела сказать еще? Я думаю, мы с тобой еще сможем как-то проводить прямые эфиры или там общаться, да? Конечно, конечно. Ну, что хотелось сказать? Пожелать что-то зрителям или еще Азерчана может передать привет даже. Ну, азерчанам я хочу передать привет и сказать, что я навсегда связана с Озерском, считаю себя азерчанкой, но считаю, что Озерск нуждается в дополнительной защите, как я уже сказала, что нужно включать его в перечень загрязненных населенных пунктов, и Озерску нужно принимать особое внимание, особое значение даже в рамках Росатома, потому что, как я уже сказала, у нас 400 тонн плутония, и, в общем, это наш город, который за него отвечает. И поэтому все должны быть спокойны, хорошо зарабатывать, социально защищены. То, что касается вообще россиян, я считаю, что ну, каждый на своем месте может каким-то образом ну, не давать в обиду свои права, бороться. Меня очень порадовали результаты муниципальных выборов, которые прошли вчера в Челябинске. Меня очень разочаровал, к сожалению, мой коллега Алексей Севастьянов, который по непонятной пока мне причине отозвал всех наблюдателей. Это вообще было расценено какое-то предательство. Но на выборах прошло очень много людей, которые позиционировали себя как экологи, участвовали в движении «Стоп-ГОК». И я думаю, что мы находимся в самом начале, пока это может быть не очевидно, но поступательного движения вперед. Я верю в светлую Россию будущего и считаю, что не следует сдаваться. И даже если когда ситуация такая угрожающая, можно перегруппироваться и попробовать по-другому. Мой девиз, он такой. Нормальные герои всегда идут в обход. Спасибо большое, Надежда, за трансляцию. Спасибо зрителям. Еще раз напоминаю, мы разговаривали с правозащитницей Надеждой Кутеповой, которая сейчас проживает во Франции, жительницей города Озерска. Пока. До свидания.